Всем привет! Динозавр неожиданно для себя решил попытать удачу в лотерее и даже немножко выиграл. Ну, почти. Тема этого ролика — растворение мистификаторов. Сколько на этом можно заработать и стоит ли вообще этим заниматься? Ну и еще динозавр немного поворчит на все это безобразие в процессе. Не так давно вышло новое обновление «Шепот в стенах». Ну, не так давно по меркам динозавра, конечно же. Обновление как обновление, все по классике. Новая локация, новый синдикат, новый фрейм, новые плюшки и так далее. И новая возможность избавиться от хлама в инвентаре. Теперь в рамках мистификаторов. Если кто-то не знает, мистификаторы — это вот такие вот фиговины непонятной формы, которые можно втыкать в снаряжение для повышения своей мощи. От модов они отличаются тем, что у них свой слот, раскачка только с помощью слияния одинаковых мистификаторов, и способ усиления у них своеобразный. Чаще всего они действуют путем добавления краткосрочного эффекта с каким-либо шансом при определенных условиях, хотя тут есть исключения. Разработчики решили, что пора разгребать хламовники игроков. Взяли старые механики обмена, где игрок всякий хлам меняет на какую-то валюту. Очень напоминает всеми любимые дукаты, которые мы получаем за обмен прайм хлама. И старую механику рандом выдачи, как за покупку реликвий в синдикатах. Apple Pen, и вот новая механика. Чтобы ей воспользоваться, надо пройти квест «Шепот в стенах», посетить Санктум Атомику, к которой можно добраться через Некролиск, и найти там Ллойда. Нет, не этого, нормального, человеческого. Вот этого. Помимо всяких непотребств с новым синдикатом, он также имеет пункт растворения мистификаторов. Так. Здесь мы можем отдать ненужные нам мистики, чтобы получить взамен вот такой порошок, который называют восфором. Собрав 200 восфора, мы можем здесь испытать удачу в лотерее. Нам на выбор дают несколько вариантов. В каждом варианте есть свои наборы мистификаторов, которые мы можем получить. Да-да, все верно поняли. Мы отдаем мистификаторы, чтобы покрутить лотерейный автомат, который даст нам... Та-дам! Мистификаторы. Короче, меняем мистики на мистики. Почему лотерея? Потому что за каждую попытку мы получим 3 рандомных мистификатора из списка. Задумка в том, чтобы игрок менял всякий хлам на шанс выловить что-то полезное взамен. Ну а если выпал снова хлам, то возвращаем туда же в надежде на удачу в следующий раз. Сначала динозавр был скептически настроен и даже не планировал в это серьезно влазить. Не, я конечно слил что-то из хлама, чтобы попробовать 10 попыток и ничего толкового не получил. А потом начитался сказок от других игроков, мол за 50-60 попыток можно стабильно собрать фулл зарядку. Тут мне даже калькулятор расчехлять не надо было, чтобы понять, что это неправда. Но я его все-таки расчехлил. А потом пришла идея все это еще и проверить. Для этого я начал активно скупать хламовые мистики, чтобы сделать очень много попыток разом и записать данные. И даже сделал таблицу с предварительным расчетом. Мой предварительный расчет был взят с потолка и основывался на тонких рептилоидных чувствах, но вписываться совсем без ничего как-то не хотелось. Вначале мой выбор пал на раздел дуверийских мистиков, и предварительный расчет даже сулил немалую прибыль. Такой выбор был обусловлен наличием ценных местов в пуле и небольшим их разнообразием. Итак, момент истины. Что, все зависло? К такому я был не готов. Надеюсь, все не пропадет просто так. Где кнопка забрать все? Блин, я был уверен, что мне не придется тыкать 1000 раз лапами. Пока на заднем фоне я лишаюсь ощущений в указательном пальце, пожалуй, поделюсь результатами. 1000 попыток. Потрачено 200 тысяч восфора. Чтобы вы понимали, один нулевой мист соколита — это 20 восфора. 10 тысяч убитых околитов на СП ради того, чтобы стер себе лапы. За 1000 попыток мы получаем 3000 мистификаторов. Мистификаторы дувери разбиты по группам редкости. Всего 3 группы. Отмечу, что по логике шансы у мистов из одной группы одинаковы. И мои тесты это подтверждают. Итак, 3000 мистиков были распределены следующим образом. Голосом я их, конечно же, перечислять не буду, поэтому вот картинка. Из чего я делаю выводы. 45% шанс у первой группы, 50% у второй и 5% у последней. Тут вас пускай не вводит в заблуждение то, что у первой группы шанс меньше, чем у второй. В первой группе всего 2 варианта, а значит их шанс будет примерно 22%. Во второй же 7 мистов. Это значит, что их шанс будет примерно 7% на каждый мист. Ну и по 2% шансов на мисты из последней, самой редкой группы. Тут я обращу ваше внимание, что я не хакер, ни нутро игры я не вскрывал, и все данные на основе игрового опыта, который я получил лично. И хоть варф не был замечен в подкрутках шансов, тем не менее я не готов ручаться в том, что это самые точные, самые верные данные. Ну и опять же, вполне вероятно отклонение рандома без всяких подкруток. И сколько же я на этом заработал? Я продавал мистики только фуловые, ибо продавать 3000 мистиков по одному — это сумасшествие. И еще, я не продавал мистики, которые стоят меньше 70 платины. Тут можно сказать, что динозавр немножко зажрался, но мой минимальный предел заторг это 70 в текущее время. По итогу, не продавались только мистики из первой группы и основное препятствие. Мне опять лень проговаривать это вслух, поэтому вот табличка с продажами. Итог 13955. На закуп хлам мистов ушло примерно 12 тысяч. Прибыль 1955 платины. Ну, как по мне, не так уж и много, особенно если учесть, сколько времени и сил было потрачено. Если учесть тот факт, что кое-что еще не продалось, да и есть такие месты, которые чуть-чуть до фула не собрались, то можно, думаю, нашкрести еще сотен 5-7 сверху. Тут можно было бы еще продать агрессию волхва,
Как раз недавно, но опять же по меркам динозавра, видел ролик, как с помощью этого места бустают хлыст коры. Но динозавр подумал, что цена в 40 как-то несерьезная и перетер их в восфор. Но что сделано, то сделано. Поэтому к заработку можно смело прибавить тот восфор, который остался от вторичного перетирания. Все агрессии волхва и мистические намерения ушли туда. Это, как видно из прошлой таблицы, 1328 мистиков по 18 восфора. Итого 23904. И еще 227 основных препятствий на 5448 восфора. Все вместе это на 146 попыток. Я немного округлю, будем считать еще 14% сверху. Предполагаю, что распределение в этих попытках будет таким же, а значит количество полученной платины можно увеличивать на тот же процент. Итогом у нас бы вышло где-то 15-16 тысяч при затратах в 12. Вот вроде 3-4 тысячи не лишние, но я как-то ожидал большего. Самое интересное, что шансы, которые предполагал перед тестами, с фактическими разошлись не сильно, отчего динозавр прямо испытывает гордость. А вот цена на мистике уменьшилась, пока я все это проворачивал. Сейчас цена вроде устаканилась, но если кто-то решит повторить, рекомендую сравнить данные из ролика с тем, что будет на маркете на текущий день. Уфуфуфуфуф, бедные мои лапы, столько тыкать. Слышь, рептилоид с синей мордой, мы по-твоему тут что, ради дувилийского барахла? Где зарядки? Мы тут ради зарядок. Да-да-да-да-да, зарядки. Этот вариант я тоже проверил. Так как Айдалон коллекция содержит больше вариантов, поэтому я решил, что надо больше попыток. Итак, 2000 попыток, 6000 мистиков. Динозавру снова лень, поэтому данные таблицей. Предполагаемые шансы вы можете увидеть в этой таблице, но я озвучу, что для всеми любимой зарядки шанс около 1.5%. В среднем одна зарядочка за 20-25 попыток. Что по прибыли? Я не стал продавать зарядки, я их отложил до лучших времен. Точно так же не стал заморачиваться с местами, которые дешевле 70 за фул. Тут по прибыли немножко грустнее. Сейчас я продал местов примерно на 19 тысяч. Да, конечно, зарядки бы там немножечко улучшили ситуацию, но все-таки не так сильно. А если вспомнить, что на все это я потратил 24 тысячи платины, то прям совсем грустно становится. Что касается переработки вторичных местов, которые были добыты в этом тесте, то там получилось 59 тысяч восфора плюс-минус. Это 297 попыток, то есть те же 14-15%. Выгодно ли это? Ну, скажем так, я повторять не буду, мне точно нет. Да, можно снизить планку и продавать мистики, которые стоят 60, 50 и даже 40, чтобы увеличить прибыль. Думаю, если игроки не такие алчные, как я, то они так и делают. Но по итогу мне перетереть такие выгоднее. В чем же проблема этой системы? Большой разброс мистиков. Да, они разбиты по группам, что хоть как-то упрощает жизнь, но чтобы собрать таким образом какой-либо фулл мист, потребуется немало попыток. Стоимость попытки при этом 200 восфора, это в среднем 10 нулевых мистиков. То есть система жрет кучу мистиков, выдавая вам рандомный результат. При этом добыть штатными методами почти любой мист выйдет проще и быстрее. Если же целенаправленно фармить мистики для перетирания, то самый быстрый фарм будет на каскаде бездны. Вот только цена на большую часть мистов с каскада такая, что перетирать их невыгодно. Проще уж продать и после купить нужный мист с маркета. Что как бы тонко намекает, что целенаправленный фарм хлам мистиков смысла не имеет. Другие методы фарма мы тут вообще не рассматриваем, потому что там мистов будет значительно меньше, чем на каскаде. А что, если закупать? Ну, тут тоже не густо, по сути, по тем же причинам. Нам подходит только 4 из 6 местов с СП и 3, может быть, 4 места с Заимана. Все остальные места стоят очень дорого, и они точно не отобьются. Для своего теста динозавр скупил все с маркета, что было по вменяемым ценам. Да и по невменяемым, кажется, тоже. Основная проблема закупа местов в том, что сложно найти оптовиков, готовых их продать. А если покупать по одному, то очень быстро закончатся обмены. Как итог, на это уходит куча времени. Если вы начинающий торговец, то скорее всего вам такой метод не подойдет. Места на закупе кусаются по цене. Опять же, местов нужно будет немало, потому что малыми подходами вы рискуете не собрать ни одного целого мистика, а продавать их по одному достаточно запарно. Плюс, если у вас было мало попыток, то вполне вероятна ситуация, где ничего ценного не упало. Если вы торговец более опытный и имеете запас прочности в виде большого мешка платины, то, как видно из моего опыта, прибыль не сказать, что большая. А если пересчитать на количество потраченных торгов, то вообще несерьезная. Свои обмены можно реализовать более выгодно. Ну и плюсом тут будет сложность закупа. 6 фулл местов мало у кого есть. А те, у кого не есть, нередко сливают их сами. Как итог, закупать хотя бы на 100 попыток придется достаточно долго. Единственный плюс, как по мне, это расширение торгового ассортимента. Если же вы начинающий фармер, то скорее всего лишних мистиков у вас нет. И остаются только фармеры с опытом. Даже не с опытом, а с кучей нафармленного всякого. Для такого игрока это способ избавиться от хлама в инвентаре и, может быть, дособрать те мистики, которые еще не выфармлены. Но, учитывая рандомную выдачу, польза сомнительна. Подытожив, могу сказать, что эта механика подойдет только для тех, кто много играет. Много фармит СП, зависает на каскадов, бьет у идолонов. Рано или поздно у таких игроков появятся мистики, которые можно будет сунуть в лойда и попытать удачу. Есть у меня подозрение, что это сделано для того, чтобы старые игроки не отдавали новичкам мистики даром. Создается иллюзорное ощущение, что каждый мист теперь имеет какую-то ценность. На деле же игроки сливают кучу мистов, почти ничего не получая взамен.
Как по мне, данная механика имела бы больше потенциал, если бы ее слезали с механики бара полностью. Ну то есть, отдельным, периодически пополняемым магазином товаров, которые добываются только таким образом. Конечно же, с ротацией, хотя бы по неделям. Но, видимо, ресурсов фантазии не хватило, поэтому получилось, что получилось. А жаль. Ну и, ребят, по классике. Кому понравилось, лайкаем, комментим, репостим. А кому не понравилось, да не сяду до сюда не смотрели. Ха. И да. Хотел бы отдельно поблагодарить клан Business Cat. В частности, Тена под ником Бездна Мяу. За достаточно весомый вклад местов во все это безобразие. Кстати, она иногда стримит, и сейчас ссылочку я там оставлю. Всем пока! Ха, ну и как тебе новый опыт? Ну, на.